Всем привет! Мы на канале «Счастливые дети». Сегодня мы будем открывать вот эту песочницу. И мы сегодня ее будем открывать. Открывать. Давай. Посмотрим, вот такая инструкция. Домашняя песочница. Для детей от 3 лет. Все, здесь больше ничего нету. До 3? От 3 лет для деток. Хорошо лепится, сохраняет форму, приятная на ощупь, не высыхает, не застывает на воздухе. Для деток безопасен. Какой-то вот такие вот замки можно строить. А что там добавили? Что там есть внутри? Пластилин. Так, и есть вот такая у нас формочка. Машинку, да? Нет. Что это, Диан? Звездочка. Звездочка есть. Можно я буду? А что еще у нас, Дань, вторая формочка? Машинка. И машинка. Мама, можно мы будем лепить? Да, конечно. Сейчас будем лепить. Дань уже начал лепить. Так. Почти что сейчас наполнит. И покажем, как мы будем. Покажем, как мы слепили. Вот. Угу, молодец. Сюда? Да, давай. Вот. Что у тебя получилось? Звездочка. Да, вот такая вот красивая звездочка. Да не, а то я не доставлю. Я хочу еще сделать. Давай еще слепи что-нибудь. Звездочка. Оп. Можно много? Давай, сколько тебе нужно, бери. Вот так. Можно я покажу поближе? Что у тебя там, Дань, получилось? Машинка. Машинка. Угу. Давай поближе покажем всем. Да, поближе покажем. Вот такая вот машинка, да, у нас получилась? Разукрасывать нельзя. Можно разукрасить. Ну дай нам указать. Звездочка. Сейчас мы давай полепим, потом будем разукрашивать. Ну, дай мне пластилин. Сейчас я покажу. Можно пластилин? Вот такой вот пластилин. Очень приятный на ощупь. Дай. Вот так он тянется, не сыпется, так что для деток очень безопасен. Дай. Можно слепить сразу. Он прям мокрый-мокрый, да? Да. И даже совсем не высыхает. А другой что-то жесткий, да? Да, вот это прям хороший пластилинчик. Мы будем вот у меня получился вот такой шарик. Почти шарик. Это как колобок. Как колобок, да. Колобок. Ему надо еще глазки спеть. Да. Мама, а его можно заварить. Его же можно заварить. Да. Да. У кого нету колобка, можно заварить. Угу. Я уже получилась целый. Мам, а почему у меня... Почему... У меня кошки. Можно кошки здесь ставить? Собрать. Можно, и они собираются. Этот пластилин легко собирается. Поэтому нигде мы не насорим, да? Да. Вот. Его да, только получается. Тяжело искать. Он такой хрупкий. Вот. Что, у тебя звездочка? Да. Звездочка. А теперь поменяйтесь формочками. Ты попробуй машинку сделать. А Дане дай звездочку. Сейчас Даня что делает? Мой любимый пластилин. Тебе нравится такой пластилин? Да. Купим еще. Когда закончится, можно мы еще купим. Можно другой цвет взять, да? Например, розовый. А я или буду... синий. Синий.
Давай, Даня, сделай. Чуть побольше коробочку возьмем. Угу. Ну что там у тебя получилось, покажешь? Ага, во. Ну давай. Опа. Все, машина? Что, давай меняться. Теперь меняйтесь. А ты не вот это. Надо нам побольше формочек купить разных, да? Да. А в следующий раз видео снимем, покажем новые формочки, какие мы прикупили, да? Да. А я вот эту почти полную почти что налепил. Сыпется. Сыпется? Да. Я чуть-чуть еще, мне надо чуть-чуть. Оп. Я почти скоро заработаю много денег для мамы. Молодец. Я заработаю. Оп. И когда мы заработаем, мы еще больше формочек. Возьмем какой-то очень большой пустырь. Когда мы заработаем денежки, еще раз. Когда мы заработаем денежки, мы еще один такой пустырь купим. Ага. Не получилось. А ты просто вот хлопни, мам. Да, хоп. Машинка. Машинка. Теперь вот давай еще машинку сделаем. Ну все, что говорим, всем пока-пока. Пока-пока. Нет, еще не надо. Мы еще не снимем. Давай снимем полностью еще. О! Я даже не тумтил. Он сам упал. Сам упал. Я вот так держал, он вот так ровно упал и не сломался. Да? Да. Покажете всем, сколько вы там налепили? Вот. Да. Диана свою будет ложить? Да. Может, из этого замок сделаем? Я вот, например... Давайте в следующем видео сделаем замок. Нет, нет, сейчас. Я придумаю как. Диана, делай. Вот, молодец. Это сбоку. Вот, молодец. А я не знаю, вот такие вот красивые машинки. Мам, звездочки у нас получились. Я сейчас замок сделаю. Из этого хорошего песочка. Мам, то не надо. Не снимать. Мам, давайте скажем всем пока-пока. Не надо. Давай, а потом в следующем видео еще покажешь другие. Не хочу. Диан, говорим Дане. Всем пока-пока. Пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. 5000 лайков наберете, выйдет следующее видео. Пока-пока. Пока-пока. И он еще не ломается, он может сейчас сломаться, если неаккуратно будешь держаться. Ну а так его можно взять в руки, да? Покажи. Вот. Да, он отлично берется в руки, можно так подержать. Он может сломаться. И вот я из этого замок получился. У нас получился замок. Да? Еще клади. Это мы сегодня только узнаем. Это второй.